Международный форум «Россия – спортивная держава» пройдет в этом году в Чебоксарах. 4000 спортсменов со всех уголков России посетят столицу Чувашии. Ожидаются также гости из дружественных нам стран. Михаил Игнатьев провел заседание по вопросам организации масштабного мероприятия. Для проведения форума столица Чувашии выбрана не случайно. Чувашские спортсмены не раз становились призерами Олимпийских игр. В прошлом году республика получила премию правительства России в области физической культуры и спорта. Однако очень важно, чтобы гости запомнили нас не только как спортивный, но и гостеприимный регион. Основной упор нужно будет сделать на подготовку самого города к этому мероприятию, по красочному оформлению, по дорожному покрытию и по подготовке жителей города, гостей столицы к этому мероприятию. 28 чебоксарских и новочебоксарских гостиниц уже готовы принять спортсменов. Вопрос питания также решен. На повестке дня развлекательные и просветительские мероприятия, которые заинтересуют гостей столицы. Мы в эти дни специально продлили работу наших учреждений, как вы сказали, музеи, библиотеки специально будут работать до 9 до 10 часов вечера. Если потребуется, мы, как вы сказали, в круглосуточном режиме, особенно музеи, библиотеки, наверное, не актуальны, но вот музеи, они в круглосуточном режиме будут работать. А театральные концертные организации к этому времени все откроют свои сезоны. Для удобства участников форума к чувашскому фирменному поезду добавят 3 купейных вагона. Пропускную способность чебоксарского аэропорта также планируется повысить. К 1 сентября план мероприятий должен быть готов, резюмировал Михаил Игнатьев. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.